Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на разборе один очень интересный проект. Проект, который составит конкуренцию YouTube, другим различным стриминговым и подобным платформам. Данный проект уже работает, у них есть уже рабочий продукт и его название VeroCity. VeroCity – это новая децентрализованная платформа, на которой каждый из нас сможет делиться своими видео и получать за это вознаграждение. Вообще, с помощью технологии блокчейн они смогут избежать посредников, да, то есть, которые есть в таких крупных сетях, как тот же YouTube, и получать весь доход самим. Нам не нужно будет платить этим посредникам. Все будет напрямую. Кроме того, доход будет получать создатели видеоконтента, а платформа, ну, ей вообще будет выгодно всем создателям и также даже тем, кто просто смотрит данный контент. Вы тоже будете получать за это их токены, а соответственно и деньги. Давайте постараюсь вам рассказать о основных плюсах для зрителей. Первый плюс – это то, что вы будете просматривать действительно хороший видеоконтент, то есть с подбором того, что вы действительно хотите смотреть, да, то, что вы, допустим, предыдущее, а iRobot будет выбирать подобные видео и показывать вам их. Также вы будете получать, как я и говорил, награду в токенах платформы за просмотр контента платформы. Токен, кстати, уже торгуется. Также скоро он залистится на Binance Dex, они переходят именно на их блокчейн, и цена, я думаю, после этого взлетит. То есть рекламодатели также в плюсе, да, то есть рекламодатели, которые выставляют свою рекламу, будут именно вознаграждать пользователей платформы за ее просмотр. То есть вы смотрите свои любимые ролики и также просматриваете рекламу на этом ролике и получаете за это вознаграждение. То есть на других подобных платформах, допустим, платформах как YouTube, вы также смотрите эту рекламу, но что вы с этого получаете? Ничего. Здесь вы будете вознаграждены. А также плюсы платформы для создателей контента, они тоже имеются. Почему я считаю, что стоит переходить именно на их платформу? Это из-за того, что будет очень легкое создание, да, канала, плюс загрузка видео, плюс функции создания стримов самого вообще высокого качества. Как мы знаем, допустим, на Твиче вам не позволят создать стримы высокого качества, пока вы не наберете огромную аудиторию. Здесь же можно будет это делать с самого начала, поэтому легче будет заинтересовать эту самую аудиторию. Также будет множество возможностей монетизировать свой контент, да, плюс моментальные оплаты именно благодаря транзакциям с технологией блокчейн. Не нужно будет ждать там, и нет никаких посредников. Есть также возможность подключения своих спонсоров через VeroSparks за поддержку, которых вы обещаете им часть вашего дохода. Ну а плюсы платформы для рекламодателей и различных спонсоров – это то, что все просмотры на платформы реальны, и они подтверждаются с помощью блокчейн-технологии, да, что выгодно для рекламодателей и спонсоров. Так как на YouTube мы знаем, что есть различная накрутка кликов по рекламе, и никак это не подтвердишь, настоящие это клики, не настоящие, здесь все у нас будет на блокчейне. И рекламодатели, и спонсоры все это увидят. Поэтому их никак не обмануть. Платформа позволяет рекламодателям размещать именно рекламные видео и платить пользователям четко за их просмотр. То есть платформа позволяет налаживать тесное сотрудничество с создателями качественного контента и для получения взаимной выгоды. Поэтому, если даже вы не создатель контента, не рекламодатель, а просто вы любите посмотреть видео, там, залипаете постоянно на YouTube, то я предлагаю вам перейти на платформу VeroCity. Это намного выгоднее для вас. Вы можете смотреть те же самые видео, но еще и зарабатывать. Как же заработать? Зарабатывайте их токен VeroA, просматривая контент, видео и также рекламу на сайтах издателей и создателей этих видео, которых вы
любите, которые вам нравятся. И лучшие издатели, создатели, то есть контента, да, и различные там, ну и живые стримеры будут, предлагают именно награды в РА за просмотр контента на своих сайтах, ну и на своих видео. То есть вам необходимо будет нажать на любое видео или какое-то объявление и посмотреть его. И когда вы уже именно видите награду, да, что все просмотрено, вам необходимо кликнуть туда, включится зеленый цвет, и вы запросите свою награду и получите ее. Нет ничего сложного, то есть вам необходимо будет создать учетную запись кошелька, куда вам будут приходить эти токены, и при просмотре видео и рекламы на нем вы будете получать токены в свой кошелек. Вот и все, буквально небольшие настройки перед просмотрами видео. Платформа очень интересная, у нее очень большое будущее, она явный конкурент YouTube, и я думаю, что многие стримеры и блогеры перейдут именно на нее. Сейчас у вас есть шанс стать частью данного проекта, если вы, допустим, создаете контент или просто смотрите видео, вы можете хорошо заработать, и в дальнейшем, я думаю, что цена на токены будет только расти. Поэтому присмотритесь к проекту, в описании к видео я оставлю ссылки на их сайт, на их соцсеть. Присоединяйтесь, изучайте, я думаю, вам понравится. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем пока!